Всем привет, дорогие друзья, с вами я на канале Алексей, и сегодня к нам на анбокс попала такая вот коробочка, в ней у нас очки виртуальной реальности, называются они Шиникон. Сегодня мы произведем анбокс и посмотрим, что у нас идет в комплекте. Давайте же откроем первый верхний слой, который нам совершенно не нужен, откладываем его в сторону. Внутри оказывается вот такая вот коробка, давайте вскроем ее пошире, так чтобы все было внутри видно, и посмотрим, что у нас идет в комплекте. Первое, что попадается на глаза, это маленький целлофановый пакетик. Внутри пакета у нас две прокладки на самоклеющейся пленке, которые нужны для того, чтобы более плотно закреплять телефон в механизме крепления, находящемся внутри очков. Далее мы видим некий буклет, который оказывается у нас гарантийным талоном. Далее идет кусочек материи, это у нас батистовая ткань для протирания линз, пластика, от пыли, жира, пятен, влаги. Следом идет маленький бланк инструкции на английском языке, который позволяет разобраться в том, как правильно откалибровать и использовать данные очки. Инструкция на английском языке, по идее, в комплекте должна идти еще инструкция на русском, и здесь в коробке такой не оказалось. Следовательно, последнее, что мы видим в коробке, это сами очки. Коробка нам больше не нужна, убираем ее в сторону. Очки у нас упакованы в целлофановый прозрачный пакет. Давайте извлечем их, пакет нам не нужен, нам нужны только очки. Вот сами очки, несмотря на то, что они большие, они достаточно легкие и компактные. Первое, что сразу вижу, что это матовый пластик, выполнен в сером и черном тоне. Единственное, что зеленого цвета это VR-логотип. Больше здесь ничего такого не видно сразу внешне. Никаких зазоров люфтов, царапин, дефектов пластика не наблюдается. Сзади из материалов мы видим сразу кожаную ткань с поролоновыми прокладочками на затыльной части, которая фиксируется у нас на затылке. Из замкожи также выполнена прокладка, которая прижимает у нас очки к лицу по всему периметру. В нем достаточно жирный слой поролона. Сама прокладка очень мягкая, нигде никаких выступающих острых частей, которые бы давили на лицо неудобно, я не наблюдаю. Сам механизм крепления состоит из трех резиновых ремней, регулируемых, которые фиксируют голову слева, справа и сверху. Все ремни со всех направлений регулируются. Соответственно, это позволяет нам отрегулировать очки под любого человека. Прокладка расположена по всему периметру очков. Прижиматься будет достаточно плотно ко всей поверхности лица. Единственная щель у нас снизу находится над поверхностью носа, поэтому притока воздуха будет достаточно мало. Не сказал бы, что в них будет прямо душно, но жарковато в них будет точно. На линзах у нас защитные пленки. При первом использовании, конечно же, мы их снимаем. Больше здесь особенно ничего не вижу. Ролик, находящийся сверху в центре, позволяет нам регулировать межлинзовое пространство. Сейчас я вам это продемонстрирую наглядным образом. Вот такой вот у нас зазор для регулировки межлинзового пространства. Достаточно широкий ход. Это несомненный плюс. Также с двух сторон очков, слева и справа, находятся два ролика. Единая система, длинная плашка, которая позволяет нам регулировать фокусное расстояние в очках. Из механизма все. Теперь давайте посмотрим на переднюю панель, соответственно, самую главную для нас. Первое, что видим, это пластиковая панель спереди, которая у нас снимается. Что она нам демонстрирует? Во-первых, сама панель крепится на магнитах, точно так же крепится обратно. Но мы ее снимем, потому что она нам сейчас не важна. Здесь мы видим вентиляционное отверстие для проветривания. Также мы видим слева и справа отверстие для дополненной реальности. Здесь у нас будет располагаться камера вашего мобильного телефона. Слева, справа симметрично по всей высоте. Неважно, где у вас располагается камера и как вы повернули телефон, все равно вы сможете использовать данный режим. Здесь у нас также находится магнитная пластинка, к которой пластинка крепится. Это нам не очень сильно важно. Давайте просто откроем панель и посмотрим на сам механизм крепления очков внутри. Как вы можете наблюдать, это пружинчатые зажимы, расположенные сверху и снизу, которые плотно прижимают телефон любых размеров, от 3,5 дюймов до 5,5 дюймов. То есть почти что все диапазоны мобильных телефонов. На самих зажимах у нас расположены те самые прокладочки, которые прижимают телефон. Все идут в дополнение, если телефон нужно прижать поплотнее. Как сверху, так и снизу. Помимо всего остального, на самой поверхности очков здесь у нас поролоновое покрытие, которое позволяет нам защитить телефон от царапин и механических повреждений. Как вы можете наблюдать, здесь внутри находится пластиковая плашка, вертикальная перегородка, обклеена с двух сторон черным поролоном, который позволяет изолировать левое изображение от правого и, соответственно, в обратном порядке. Больше здесь ничего нету. Итак, вот такие вот очки к нам сегодня попали на анбоксинг. Надеюсь, что вам понравилось то, что идет в комплекте.
Сам дизайн достаточно симпатичный, в комплекте много чего полезного идет, в частности ткань, дополнительные прокладки, инструкция. Ничего особенного дополнительного такого нет, но все, что есть, несомненно, плюс. Соответственно, ваше мнение в комментариях. Ставьте пальцы вверх, если понравилось. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Алексей, и всем пока-пока-пока. Thank you.